Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня представляем вашему вниманию обзор репейного масла. Репейное масло – это вытяжка из корневищ лопуха, которая давно известна своими целебными свойствами. Косметология рекомендует применять это масло как эффективное домашнее средство, с помощью которого возможно обеспечить надлежащий уход за кожей, ногтями, ресницами и волосами. Репейное масло часто применяется в косметической промышленности для создания целых линий средств по уходу. Это объясняется тем, что лопух является натуральным природным средством и соответствует правилам безопасного использования. Свойства применения репейного масла таковы. Нулин способствует увеличению защитных характеристик кожи, увеличивает способности кожи и волос к усвоению витаминов и минералов. Масло эффективно питает, устраняет сухость, зуд, раздражение и улучшает обновление клеток. Биологически активные вещества из масла лопуха регулируют выделение сальных желез, что действует как профилактика углевой сыпи. При каждодневном нанесении на ногти кутикулы улучшает структуру ногтей. Используется для ресниц, влияет на активизацию их роста, делает гуще и длиннее. Репейник – бесценный продукт для восстановления здоровья волос и применяется при всех проблемах с волосами. В нашем магазине растительных масел репейное масло доступно от 100 мл, а оптовый заказ составляет более 1 литра. Масло применяется как самостоятельный косметический и лечебный продукт, так и как один из компонентов при изготовлении натурального мыла, добавляется в шампуни и бальзамы. Вот такой бутылочке мы отправляем репейное масло нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!